Байден. Я советовал Януковичу бежать из Украины. Бывший вице-президент США рассказал о разговоре с беглым украинским президентом в феврале 2014 года. Бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонного разговора с беглым президентом Украины Виктором Януковичем в феврале 2014 года заявил, что его покровители из Кремля уже не помогут. На следующий день Янукович бежал из Украины, пишет Байден в своих мемуарах. Бывший вице-президент позвонил Януковичу в очередной раз в то время, когда снайперы уже начали убивать людей на Майдане. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя 3 месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел, пишет Байден. Ранее Байден заявлял, что бывший президент США Барак Обама безоговорочно доверял ему в вопросах, касающихся Украины. По материалам сайта news.com.